Всем привет! Представляем вашему вниманию магнитолу на автомобиле Volvo XC90. Магнитола подключается параллельно к штатной системе через AUX. В данном случае она используется в виде планшета для навигации. Для использования в качестве приложения для интернета. Для просмотра фильмов, прослушивания музыки через флешки. То есть это такое расширение к штатной системе. Функционал автомобиля остается прежним. Ничего не меняется. Всем спасибо.